мы затронули, собрали такую программу, на которой каждому студенту будет интересно. Конечно, любому студенту хотелось бы и там, и там, и там побыть, но мы собрали по специализациям. У нас, например, архитекторы приехали из Москвы, то есть спикеров, модераторов круглых столов мы подбирали именно таким образом, что практического они могут дать, какую экспертность они детям могут дать, и вдохновят ли они в своей профессии. Сегодня мир не только цифры, сегодня мир глубокой культуры. Ведь можно в этих скоростях, в этих гонках наградить серых коробок, и мы будем тоже считать это строительной отраслью. А можно создать то, что вдохновляет. Поэтому строительная отрасль – это не только мы строим будущее, а мы строим то будущее, которое вдохновляет нас. Будущее, в котором хочется жить, в котором хочется растить детей, в котором хочется приводить своих внуков. Общество, которое гордится тем, что оно создало. Наша задача была вдохновить студентов, указать им, что они выбрали правильную профессию, что эта профессия многогранна, что в ней есть много нюансов, интересно, что эта профессия может быть востребована практически в любой отрасли современности. И мы им рассказали о том, какие тренды сейчас идут, вообще к чему отрасль стремится, когда она развивается. И во второй половине мы провели с ними игру, разбили их на команды, и каждая команда нарисовала свой город будущего, как они его видят. Кадров не хватает на самом деле, и мы очень рады видеть вчерашних студентов у нас на заводе, не только в цехах, да, то есть как бы, но и, собственно, в конструкторском бюро. Поэтому милости просим, инженеры, рабочие руки очень всегда востребованы, очень нужны.